Чисто визуально мост напротив цирка кажется готовым. Ну, или почти готовым. Основные конструкции, включая металлические арки, уже установлены. Не то чтобы можно запускать движение уже сейчас, конечно, но беспокойство строителей объем работ не вызывал, пока не наткнулись на узел коммуникации. 27 проводов, более сотни пользователей. С их переключением, их выносом реально пошло небольшое смягчение от намеченного плана, плюс минусовые температуры, которые у нас появились в декабре, они также не позволили обеспечить то качество работ, которое мы должны выдерживать. То есть здесь бралась лаборатория, мы сейчас с вами можем наблюдать, вот как послойно устраиваются подпорные стенки. Это специфическая новая технология. Новая для внутригородских решений технология – армогрунтовая система MagWall. Это когда подпорные стенки укрепляют особым образом, по принципу слоеного пирога. Сложность заключается в том, что много этапов. Также засыпка ведется с определенным уплотнением и различными грунтами и смесями. Здесь применяется и ПГС, и чистый песок фильтрующий, также еще песок, цемент, щебень. Все это на разных кладется уровнях. Каждый слой проверяется уплотнение, что, в принципе, занимает достаточно много времени. До нормативной высоты в 7,5 метров кладки строителям осталось уплотнить примерно 1,80 м. Ориентир – вот эта зеленая бочка. Ее, как и остальные колодцы, монолит моста должен в себя вобрать полностью. Работы – недели на две, если погода позволит. А в декабре за мороз ей особо ничего и не предъявишь. Поэтому сроки окончания оптимистично сдвинули на конец марта. Для особо въедливых строители говорят сегодня так – даже если бы разрешили движение по этому мосту прямо сейчас, его все равно пришлось бы перекрывать. Потому что полноценный мост и полоска с односторонним движением – это две большие разницы. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».